По адресу улица Михневская, дом 5, корпус 1, проводится очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Бирюлево-Восточная. В состав Совета депутатов избрано 10 депутатов. На заседании присутствует 9 человек. Будет дальнейшем заседании, будут приняты положения об избрании, о конкурсе на эту должность, обращение в мэрию, потому что состав комиссии, которая проводит конкурс, включается представители правительства Москвы, также депутаты, но это длительная процедура, которая затянется на минимум 1,5 месяца. Спасибо. Разрешите зачитать проект решения. О временно исполняющем обязанности руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево-Восточная. В соответствии с уставом муниципального округа Бирюлево-Восточная и в связи с вакантной должностью руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево-Восточная, Совет депутатов муниципального округа Бирюлево-Восточная решил: первое. Возложить временное исполнение обязанностей руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево-Восточная на начальника отдела по кадровым и организационным вопросам Орлову Ирину Петровну. Против? Воздержался? Нет. Принято единогласно. Совет депутатов муниципального округа Бирюлево-Восточная решил: первое. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Бирюлево-Восточная для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и прием по оказанных услуг и или выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. И действительно необходимо делегировать депутатов по взаимодействию с молодежной палатой префектуры Южного административного округа от нашего района, и надо вынести на рассмотрение комиссии. Поэтому прошу включить протокол. И прошу проголосовать за данный вопрос. Спасибо.